Приветствую вас. Вообще, вы знаете, как бы обсуждать третьих лиц в психотерапии запрещено. Поэтому я не думаю, что с точки зрения этики будет правильно, если мы сейчас будем пытаться по вашему субъективному, а это именно что субъективное мнение, по вашему субъективному мнению стараться сделать какие-то выводы. Это будет непрофессионально. Человек не давал согласия на публикацию его характера, вот. Человек не разрешал что-то о нем рассказывать и, соответственно, не разрешал давать какую-то характеристику ему. Вот, поэтому, извините, но здесь как бы вы немножечко нарушаете мне, кажется, личные границы другого. Другой вопрос, что у вас есть противоречие, у вас самой как будто бы есть некоторый внутренний конфликт, где вы говорите, что, ну, мне некомфортно работать, мне тяжело работать в такой атмосфере, и я вас понимаю, такая атмосфера не для всех, это правда. Но в то же время мне он мне симпатичен, вот, и у меня к вам, собственно, вопрос такой, может быть, имеет смысл разобраться как раз вот с этим моментом, то есть, и разобраться именно с моментом, касающимся того, что вам с одной стороны некомфортно, вы думаете уйти, а с другой стороны вы хотели бы с ним остаться, например. Вот. То есть это противоречие, может быть, вам имеет смысл разрешить для себя. Еще не менее важный момент, который я хотел бы затронуть, это то, а не нравится ли он вам, не ждете ли вы от него одобрения, потому что, ну, конечно, это здорово, если начальник мог бы похвалить там и так далее, но совершенно не факт, что он это должен делать. Вот, ну, как бы все люди в общем и целом пришли как бы сюда работать и зарабатывать деньги. Вот, и я думаю, что похвала это, ну, по крайней мере, на мой взгляд, что-то такое достаточно детское, потому что, ну, совершенно очевидно, что если вам как бы не нравится что-то, то вы можете уйти, ну, вот, а если вы считаете, что там, условно говоря, начальник как-то вот по вашему мнению, да, ну, переступает какие-то черты, да, переступает какие-то, ну, границы, вот, то вы вправе закончить эти отношения, вот, и, в принципе, будете совершенно правы, на мой, по крайней мере, взгляд, вот, поэтому идея здесь ну, именно такая, вот.
Вот то, что я могу вам сказать. Дальше. Значит, я сейчас зачитаю, наверное, всю часть вашего текста, да, вот вы пишете чат, ловлю себя на желание уйти. Хочу понять для себя, этот человек так относится ко всем, это налицо какая-то проблема, не относящаяся к другим людям. Какое это имеет значение? Знаете, если вам неприятно личное его отношение, это как бы может являться предметом психологической работы. Мне вполне симпатичен этот человек, но иногда в нем несколько персон для работы, это дискомфортно. Согласен. Я согласен. И здесь дело не в том, не в понять его, а в понять вас. Вот. Понимаете, какая штука? Вот это куда более важно. Вот. То есть понять вам себя. Вот. Значит, ну, в первую очередь, понять себя. Вот. И решить, что делать дальше. А когда вы пытаетесь, собственно, понять человека, именно понять человека другого, то на это, к сожалению, уходит много энергии, ну, ваша энергия. Вот, и в итоге, к сожалению, ничего не происходит. Вот. Вот такой ответ вам я могу дать, да, то есть как бы не нужно, как мне кажется, тратить на эту энергию, потому что у человека могут быть проблемы и так далее. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Еще раз простите, что не получилось ответить непосредственно на ваш вопрос. Мне кажется, это просто нарушение этики. Я не могу в данном случае себе этого позволить. Если вам другой специалист ответит, будет круто. Но я считаю, что это неприемлемо. Вот, надеюсь на ваше понимание. Вот, и надеюсь, что то, на что я обратил ваше внимание, является более важным, чем то, что спрашиваете вы. Вот, здесь есть, конечно, сложность, вот, здесь есть сложность, эта сложность связана с тем, что вы, например, можете не согласиться с этим и сказать, что более важно, когда я задаю вопрос, я хочу на него получить ответ. Вот. И вряд ли у вас можно винить за это. Вы действительно хотите получить ответ, я вас понимаю, но есть вот такие стороны. Удачи вам! Всего самого доброго! Обращайтесь!